Сурендран, руководитель школы искусств Дхарани, штат Керала, Индия. Их проект — это различные мастер-классы, концертные программы с участием мастеров, исполнителей индийского классического танца из Индии. Также проект «В ритмах Индии». Студия неоднократно принимала участие в международных танцевальных проектах, также в фестивале «Гималай Арт» ежегодном, ежегодном фестивале «Ситар» в Петербурге, мероприятиях и концертных программах, организованных Генеральным консульством Индии в Санкт-Петербурге. Студия и ее студенты награждены дипломами от Международного университета фундаментального обучения. А руководит всем этим замечательным коллективом Ксения Лоренс. Итак, на эту сцену мы приглашаем руководителя этой студии Ксению Лоренс. Здравствуйте, Ксения. Мне, а также зрителю, было бы очень интересно узнать о том танце, который вы сейчас будете танцевать. Что это за стиль, о чем он повествует, что он рассказывает. Расскажите нам, пожалуйста. Первая композиция в стиле индийского классического, южного индийского классического танца Бхаратанатьям. Штат происхождения Тамилнаду. Динамичный стиль, геометричный, красивый в своих линиях. Первый танец, который девочки исполнят, он больше ритуальный. Когда-то его исполняли в Девадасе в храме. Называется он Аларипу. Алар – это слово санскрита, переводится как «распускаться, расцветать». Там танцовщица выходит на сцену и оживает, как ожившая статуя. Начинает двигаться сначала глаза, включаются руки, голова, ноги. Потихонечку ускоряется темп. Этот танец обычно исполняется в начале классической программы Бхаратанатьям. То есть даже есть какая-то целая программа, да, которая состоит, танцевальная программа. Здорово. Скажите, вот вы сказали, их исполняли Девадаси, да? Кто это такие? Может быть, чуть-чуть скажете что-нибудь об этом, чтобы мы хотя бы знали, ну, откуда это все пошло? Девадаси в Древней Индии. Это были перевод слова Девадаси, санскрита, служанки Бога, невесты Бога. Когда-то в древние времена их специально избирали астрологи, ясновидящие. Девочку брали, ее воспитывали, они были самыми образованными людьми, самыми уважаемыми. Их обучали музыке, танцу, медицине и многим-многим-многим наукам. До средних веков этот культ процветал, они исполняли служение Пресвятая Святых, в социальных событиях участвовали при рождении детей, свадьбах. Это были ритуальные танцы, посвященные богам, рассказывающие об эпосах. Храм Древней Индии был местом образования и просвещения. Через это люди узнавали о тех событиях, которые были в древних временах, о богах, об эпосах. Удивительно. Вот видите, мы сейчас узнаем все из телевизора, а тут вот совсем другая история. Итак, ну мы готовы посмотреть на этот удивительный танец, а я вот не знаю, зрители готовы или нет. А ну можно похлопать. Итак, студия танца «Ориент», руководитель Ксения Лоренс. Ты им, да? Там, где-то так, да? Где-то.
На секунду. Ксения! 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 Сейчас мы позовем руководителя. Хотели у вас еще кое-что спросить. Вот интересно все-таки узнать вот про ваш наряд. Что он, может быть, обозначает? Как он называется? Мой наряд – это приготовление к следующей композиции, которая будет через какое-то время после лекции, с другой стиль, другого штата, другой храмовый танец. Могини-атом, который в древности в Керле танцевали только женщины. То есть этот наряд, он предназначен… А вот есть какая-то, например, какой-то наряд, который мужчины носят? Я знаю, что индийские танцы танцуют также мужчины, да? Да, конечно, в каждом штате они свои, безусловно, в Тамилнаду, в Ратнатьям танцуют и мужчины. Это доти, традиционная завязанная, тоже с украшениями и всеми атрибутами. Ну, конечно, нет у мужчины то, что носят женщины на голове, солнце, луна, но все остальное украшение на шею, браслеты, иногда даже специальные серьги присутствуют. А вот, например, цветовая какая-то гамма одежды, она отличается как-то, может быть, штаты там. Вот я смотрю на вас, и я вот, например, понимаю, так, ага, вы из штата Орисса там, а вот вы из штата Керала там. Вот. Есть безусловно, какие-то? В Харатнате в основном издревле, сейчас очень много цветов используют танцовщицы, а ранее это были природные цвета, охра, цвета куркумы, да, красный, зеленый, и обязательно тесьма на саре танцовщицы была золотая. Камни только белые и золотые, белые и красные.
а Мохиниатам, штат Керлы. Традиционная сари Керлы белая, золотой тесьмой. Женщины носят сари и в обиходе, оно белое, вообще бумажное, сари и разным орнаментом тесьма золотая. И вот костюм Махиниата, он вот такой. То есть белое, я смотрю на вас, и я вот вижу, вот вы из штата Керала, да? Да, это штат Керала. Ариса, вот танцовщиц, который храмовый танец штата Ариса, это Одисси. Украшения, костюм отличается орнаментом сари. Камни на украшения голубые и белые, украшения серебряные. И по-другому, конечно, завязаны, уложены волосы. То есть, видите, это прям целая культура. То есть я, например, не могу, да, одеть вот наряд из штата Керала и танцевать там танец Одисси, да, например? Нет, не можете. То есть если я, например, забыла свой наряд там или не успела его как-то там сложить? Нет, но есть традиционная сари. Вот, наверное, традиционная сари, если вы просто оденете, да? Может быть, оно где-то как-то подойдет. Может быть. То есть это такое вот. Но это уже будет не сценический костюм. Да, сценический костюм требует определенную... То есть тут строгость есть. Есть, это классика, да. И, конечно, в каждом штате, в зависимости от их традиций, одевались, и цвета соблюдались разные, безусловно. То есть это не как у нас, вот там мы одели там красные штаны. Но мне кажется, в Индии, если не касаемо и классической культуры, конечно, вы можете носить, люди носят разного цвета сари, и, наверное, нету такого, вот, это касается только классической культуры. Вот все-таки интересно классическая, да, вот все-таки там храмовые все строго, культуры. Да? Ну, в классическом индийском танце, да, если человек, он углубляется в культуру, он должен знать, какой стиль, почему одеваются украшения, как они одеваются, как завязываются волосы, как это традиционно было, какого цвета. Ну, сейчас я говорю, что сейчас цветов больше кому используют, и уже не такая вот... Да, облажки пошли. Да, да, безусловно. Здорово. Скажите, а вот вы сами как давно этим занимаетесь? Я занимаюсь давно, но в Индии я у своего гуру с 2004 года. Уже опыт большой. Ну, относительно. Моя гуру говорит, что когда ее гуру, она спросила, что она вот ничего не знает, так вот жаловалась, ее гуру был тогда 90 с лишним лет, и гуру ее ответил: деточка, я до сих пор учусь, поэтому это океан, можно бесконечно заниматься, учиться, и этому нет конца. Здорово. Ну, это действительно так, это учение, это... процесс всей жизни, говорится, что у нас нет такого, что мы начинаем и заканчиваем. Это вечный процесс. А вот интересно узнать, а что ваша гуру, она говорит, вот, что такое танец? Вот как она вам преподносит танец? Чем она вдохновляет вас? Она вдохновляет той любовью, которую она дарит нам. Она вдохновляет тем, сколько она вкладывает в танец, сколько чувств, сколько желания нам отдать то, что она знает. И говорит, что это наша молитва, что мы должны пропустить через себя, чтобы мы понимали, что мы делали. Не просто повторяли, как болванчики. Мы должны знать, почему так или иначе вот эти или другие движения мы делаем, какова традиция, почему вот именно вот так, то ли это обычай, то ли это какая-то особенность того или иного штата, или что-то история какова, да, какой характер того или иного персонажа. Она старается нам донести до нашего сознания, чтобы мы понимали то, что мы делали, а не просто повторяли бездумно движение. Мы стараемся, насколько, но нам это сложно, потому что язык, на котором обычно классические тексты, это либо санскрит, либо тамиль, либо канна, либо малаялам, если это касается махиниатов. И у нас получается двойной перевод. Нам не просто понять, не просто вникнуть. Надо знать в каком-то смысле географию, в каком-то смысле историю, в каком-то смысле традицию и культуру этого народа. Ну и для себя все перевести и осмыслить. Слушайте, ну видите, это не просто так вот пошел и станцевал там, сели, встали. А вот вы сказали, что имеет значение, да, там каждое движение, все. Вот мне интересно было узнать, вот когда вы так вот стучите ногами, это какое-то что-то определенное, либо это что-то? Это техника танца. Я не знаю, не могу вам сказать уж так прямо вот придумать. В данном случае техника Бхаратанатьям. Это ударами танцовщица держит ритм. Она
не отдельно играет от музыки, она часть этого оркестра с музыкантами. Музыканты традиционно сидят вот с правой стороны. Есть так натуванга, значит, присутствует, допустим, в южном индийском стиле, это ударный инструмент придангам, вина, может быть, флейта, сейчас еще скрипку добавляют. И танцовщица, она не отдельно как-то под них играет, она вместе с ними отыгрывает тот же ритм, она еще один инструмент, который визуально все это рассказывает и показывает. Еще отображает смысл песни, если он есть, потому что композиции есть разные. Вот сейчас это была ритуальная больше композиция, такое начало программы посвященческое, где был поклон богам, да? А есть композиции, которые рассказывают о богах, об эпосах, целой истории. А скажите, вот второй танец, он будет больше такой, да, повествовательный что-то? Он будет в другом стиле, в другой технике, он мягкий, танцевали всегда женщины, движения округлые, очень женственные. Там будет небольшой рассказ о Ганеше, да, о том, кто любит сладости, кто сидит на мышке, кто смелый, нет другого такого на свете, кого украшают голову луна, ну вот, ему молитва. То есть, насколько я знаю, насколько я понимаю, что каждый жест в этом танце, он несет определенное какое-то слово, какой-то образ, да? В Абхинае, то есть в часть, в лирической части, где идет стих, безусловно, там танцовщица показывает то, что поется, безусловно. Техническая часть, она построена по стилистике движений, да? В технике этого танца. Как она сформировалась веками, тысячелетиями. Она в каждом штате, каждый стиль, он имеет свою стилистику, свою грацию, свой темп. Слушайте, ну это, я вот слушаю, честно говоря, я даже не знаю, вот смогла бы я, вот я прям чувствую, что это целая жизнь. Вот то, чем вы занимаетесь, это как бы не просто ты учишься танцевать, ты учишься просто жить. Это стиль жизни. Ну да, это помогает. Жизнь это очень не просто помогает, это поддерживает, и безусловно мы живем в современном мире, и такой древний трактат, как Натья Шастра, говорит, что танец должен развиваться с течением времени, не стоять на месте. Даже в этой древней культуре создаются и до сих пор и новые композиции, и прекрасные хореографические, очень древняя классика, древняя техника, но она сейчас доступна на сцене, когда-то она была только в храме, сейчас можно увидеть сценически везде. В Индии, конечно, ее, слава богу, стали почитать. Слушайте, ну вот видите, здорово, как у нас есть шанс вот увидеть такие редкие танцы здесь у нас сегодня на сцене, вот благодаря Ксении Лоренс и ее замечательной студии «Ориент». И вот последний вопрос такой хотела спросить. Как вы вот вообще относитесь, насколько я знаю, сейчас классика, она стилизуется, как-то поддается каким-то изменениям. Вот все-таки стиль Бхаратаньям, он как-то сохраняется или все-таки тоже там стилизация какая-то происходит? Ну, вообще любой танцор, который учит Бхаратнатьям в той или иной школе, школ много, и у каждой школы свои там какие-то особенности, он, конечно, сначала, ну, как у нас в балете, сначала получают образование, так же сложно, как и в балете. Столько же труда и столько же времени, да? А потом, ну, стилизация, почему бы нет, если это красиво, почему нельзя поставить? Можно, но при этом человек знает хорошо сам классический танец. Можно исполнять и то, и другое. И я думаю, что многим зрителям приятно, когда исполнена красивая композиция, когда это со вкусом, когда это более, может быть, иногда классика непонятна современному зрителю, не только у нас в стране, но и в Индии тоже. Даже такое так, да? Бывает, да, такое бывает. И может быть, вот та музыка, она специфическая очень. Бывают какие-то стилизованные композиции для начала, доносят лучше, ну, в какой-то простоте своей, приближенной к времени. А бывают и классические композиции, которые нравятся всем. То есть, ну, мне кажется, тут уже дело творчества. Супер. Слушайте, вот как Бхаратнатьям. 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 Единство эмоций, ритма и музыки. Это так переводится, да? Да. Хава, эмоции, рага, музыка, мелодия, натим и танцы, да, и танцы. Да. Натим это танец. Здорово. Эмоции, харата, натим, да. Талом, да, и ритма, и танцы все вместе. Давайте поаплодируем нашей замечательной Ксении Лоренс за такую чудесную историю. Спасибо вам огромное. Через некоторое время мы опять встретимся с этими удивительными танцами.
сейчас мы продолжим наш концерт и продолжат его те самые замечательные наши танцовщицы из студии индийского танца «Ориент», которые исполняют очень древние классические танцы, которые, вот как Ксения Лоренс, руководитель этого коллектива, говорила, они раньше были закрыты, их никто не видел, они танцевались только в храмах, вот, и больше нигде. Но сейчас мы можем увидеть их здесь, вот так, на общее обозрение для всех и каждого. Итак, студия «Ориент» с танцем. Да, кстати, вот хотели попросить рассказать что-нибудь, что значит этот танец, о чем он, история его. Стиль махиньятам, штат Керла. Танцуют только женщины. Танец в данном случае повествует о боге Ганеше, слоноголовом боге. Тот, кому молится, когда начинает любое дело, любое предприятие. День с ним, и молитва ему начинается. Это божество с головой слона, которое очень любит сладости, очень веселый, покровительствует музыке, искусством, танцам, который защищает всю Вселенную. Такой маленький Ганеша защищает всю Вселенную. И танцовщица молится: рассей все мои грусти и печали, даруй мне счастье, о Ганеша. Здорово. Ну, мы сейчас вместе с вами все помолимся Ганеша. Итак, танец о Ганеше, студия «Ориент». Yeah.
Thank you.
танцовщицам студия индийского танца «Ориент». Я не знаю, я всегда как-то смотрю, они меня очень вдохновляют.